Мы находимся в центре Манхэттена, в Нью-Йорке, в мемориале, посвященный жертвам 11 сентября 2001 года, тогда, когда Нью-Йорк атаковали террористы. И именно здесь были расположены эти знаменитые башни близнецов, которые тогда были полностью разрушены и уничтожены в результате террористических атак. На тот период времени эти два здания были самыми высокими в Нью-Йорке, ну, естественно, после Empire State Building. Открытие этого мемориала состоялось в 2011 году, 11 сентября, к 10-й годовщине этих страшнейших терактов. Немало критики было во время того, как этот мемориал строился. В частности, газета The Wall Street Journal раскритиковала этот проект из-за дороговизны, потому что тогда примерный бюджет составлял 500 миллионов долларов США, что давало статус этому проекту как самый дорогостоящий в современном Нью-Йорке. А также была критика со стороны службы безопасности и, значит, пожарного департамента Нью-Йорка, полиции Нью-Йорка, потому что они просили, чтобы имена их коллег были указаны в отдельности от имен гражданских и указывались там их заслуги, года службы вот в тех или иных государственных структурах. И имена должны были указаны все быть в подвальной части. Но, однако, было принято решение, чтобы все имена были указаны вот здесь. Более 3000 человек погибло в результате этой страшнейшей атаки террористов. Да, конечно, цель этого мемориала – помнить всегда об этих людях. В свое время Рамон де Кампоамор, испанский знаменитый философ и писатель, сказал так: «Самое страшное – это быть забытым, нежели умереть». Поэтому память об этих людях будет храниться всегда не только здесь, в этом мемориальном комплексе, но и в наших сердцах. Так что удачи, до встречи и подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте свои лайки и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание.